В течение года фигуранты в возрасте от 29 до 34 лет, в числе которых одна женщина, за вознаграждение сбывали гражданам запрещенные вещества путем размещения их в тайниках-закладках. Обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными лицами, операторами сети интернет. В марте 2020 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из пограничного управления регионального ФСБ задержали злоумышленников при попытке реализации наркотических средств. Силовую поддержку оказали бойцы спецназа УНК МВД «Гром». При себе фигуранты имели крупные партии упакованных, расфасованных наркотиков, предназначенных для распространения. Крупные партии запрещенных веществ были обнаружены полицейскими и в ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства обвиняемых. Правоохранителями также изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, весы, упаковочный материал, планшеты, с помощью которых злоумышленники бесконтактным способом сбывали наркотики и поддерживали связь с организаторами в сети интернет. Установлена причастность фигурантов к 21 особо тяжкому преступлению, а также легализации около миллиона рублей, полученных от реализации синтетических наркотических средств. Всего из незаконного оборота изъято более 1,5 килограмма наркотиков синтетического происхождения. Злоумышленники не имеют постоянного легального источника дохода. Ранее употребляли наркотики. Им инкриминируются преступления, предусмотренные частью 4 и 5 статьи 228 прим. 1, а также частью 1 статьи 174 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.